привет, друзья! Я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. В сегодняшнем видео я покажу свои покупки из китайского сайта New Chic и Banggood. Обязательно смотрим это видео и поехали! И первое, что я хочу вам показать, это вот такая вот милейшая подушечка из сайта New Chic. Сама подушка очень милая, мягкая и приятная на ощупь. И работает она от 3-пальчиковых батареек. В комплекте их не было, поэтому я вставляю свои батарейки и включаю подушку. Работает она как ночничок и очень мило красочно переливается различными красками. Я думаю, что детки будут в восторге от такой подушки. Также мне пришел ночничок. Вот такое облачко. Посмотрите, какой он милый, красивый. Сам ночник выполнен из качественного пластика. В комплекте шла уже батарейка, поэтому мы просто включаем ночник и наслаждаемся приятным цветом. На сайте New Chic очень много различных крутых ночников. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Не забывайте туда заглядывать. И последнее мое приобретение из сайта New Chic – это новогодние носочки. Они очень приятные и сделаны из хлопка. Отлично подойдут для фотосессий в кругу семьи или же как подарок-комплимент для близкого друга. А сейчас я покажу вам покупки из Banggood. Я заказала набор кистей для макияжа. Набор состоит из 10 кистей, материал ручки выполнен из металла и дерева, а сама кисть из синтетического ворса. В набор входят кисти для тональной основы, румян, бронзера, хайлайтера и кисти для теней. Цена на них небольшая и они отлично подойдут для домашнего использования. Минусом этих кистей есть то, что они не очень плотно набиты. И уж точно не подойдут для профессиональных визажистов. Также из Banggood мне пришли вот такие органайзеры. Этот органайзер у нас для ватных спонжей. Спонжик можно достать сверху. Я уже очень давно хотела приобрести себе такой органайзер и очень рада, что нашла его на сайте Banggood. Он сделан из акрила, диаметр 7,5 см и высота 20 см. Очень приятный и удобный в использовании, а также очень хорошо смотрится в ванной комнате. Также у меня есть органайзер для ватных палочек, но здесь один минус, крышечка держится не очень надежно. Этот органайзер также сделан из акрила. Из него можно очень легко достать ватную палочку. Очень рада такому приобретению. Он практичный и удобный в использовании. И последнее, что хочу показать из этого сайта, это такие вот милые тапочки. Они как арбузики. Очень аппетитные. На самом деле они очень мягенькие, теплые и удобные. Я с удовольствием могу их вам рекомендовать. Какая красота. Такие тапочки представлены на сайте в 3 цветах. Розовый, как у меня, бордовый и фиолетовый. А также представлены в 2 размерах, 6 и 8. У меня 36 европейский размер, длина стопы 23 сантиметра. И эти тапули подошли мне просто идеально. Поэтому, если у вас такой же размер ноги, как и у меня, можете смело их заказывать. Я просто уверена, что вы останетесь довольны этими тапочками, так как они одно из моих лучших приобретений на китайских сайтах. Покупки на сегодня закончились. Надеюсь, вам было интересно со мной. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А я желаю всем приятного дня или вечера. И пока-пока!